Главный кормилец всего региона. Во вторник губернатор Павел Коньков посетил Гаврилово-Посадский район, муниципалитет, который относится к категории сельскохозяйственных. Как непогожее лето отразится на урожае, сказать пока никто не берется. В хозяйстве Андрея Базулина выращивают пшеницу и ячмень. Последние покупают ярославцы для производства пива. Коллектив на ферме небольшой, всего 8 человек. С работой справляются. Имеют, в общем-то, неплохую воловку, имеют неплохую прибыль. Хорошее настроение людей, во всяком случае, в таком хозяйстве ощущаешь какую-то уверенность в том, что наше сельское хозяйство работает стабильно. Из техники два американских трактора и два комбайна «Полесье». Приобрели недавно третий, но он еще не добрался до Гавпосада. Руководитель надеется, что власти с покупкой помогут. Ну вот комбайн будем как бы вот новый приобретать. Хотим подать на компенсацию первого взноса. А так вроде нас все устраивает. Мы жаловаться не любим, просить тоже как бы своими силами стараемся справляться всегда. В прошлом году урожай ячмени выдался богатым, и уборка зерновых началась раньше. В этом все полевые работы сдвигаются в среднем на 2-3 недели. Минимум на 2 недели по сравнению. Если мы раньше вот тот же, вот где мы сейчас находимся, ИП «Базулин», они в прошлом году приступили к уборке 21 июля, то на сегодняшний момент раньше, ближе к 10 августа, мы думаем, что уборку зерновых культур не начнем. Посетил глава региона и колхоз «Рассвет». Здесь полным ходом идет заготовка кормов. Первый прогноз таков. Сено в 2017-м, вероятно, заготовят меньше, чем обычно. А вот урожай селяне ожидают неплохой. Если погода позволит его убрать, пусть и с опозданием. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово, Посадский район.